Всем привет, с вами Мохито, и сегодня мы поговорим о новостях из мира игры Лавники. Запасайтесь вкусняшками, мы начинаем. Заходите в игру с 1 по 7 июня, чтобы забрать 100 алмазов из своего почтового ящика. До 18 июня вы можете получить не только бесплатные награды на веб-сайте коллаборации, но и вот этот вот костюм рыцаря. После следующего обновления пройдите историю Орландо и получите различные награды, включая алмазы и костюм. На Всемирный день ребенка разработчики решили сделать нам небольшие подарки, поэтому заходите в игру с 1 по 7 июня и заглядывайте свой ящик, чтобы получить собаку из воздушных шариков и 61 тысячу монеток. С 30 мая по 8 июня вы можете получить этот костюм. Проходите уровни путешествия, и вы сможете получить данный костюм. 3 июня с 15:45 до 18:45 по московскому времени и 4 июня с 15:50 до 16:30 по московскому времени никто не сможет зайти в игру Лавники. Вскоре будет доступна новая функция «Папки в гардеробе». Вскоре будет доступна возможность скрафтить эти два костюма, которые будут показаны на экране. Ранее разработчик оставил подсказки в виде смайликов, и я немного подумала и поняла, что именно эти два костюма будут возвращены. С 4 по 28 июня вы сможете получить бесплатный костюм Seaflower, но, к сожалению, макияж не входит в сет. С 4 по 13 июня нас ждет новый квест от Момо. Если вы выполните его, то получите разные плюшки в игре. Огромное спасибо, что досмотрели видео до этого момента. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.